Вот еще новости из мира кинематографа, скажем так. Из-за Тома Круза очередная миссия может стать невыполнимой. Съемки 6-й части знаменитого блокбастера приостановлены из-за спора о зарплате актера. Оказывается, Том Круз требует от руководства студии Paramount гонорар не меньше того, который он получит за фильм «Мумия», в котором он сейчас снимается в Лондоне. Актер претендует на проценты от кассовых сборов вместо более низкой суммы подписания первоначального контракта. Это уже не первая проблема, с которой сталкивается проект. В июле при подготовке к съемкам «Миссии» возникли проблемы из-за сценария. Ну, будем надеяться, что все-таки съемки будут продолжены.